Здравствуйте, как вы поняли уже, что дальше речь пойдет о каких-то новых классных ингредиентах, которые есть в Sunrise. Я продолжаю свой марафон, и сейчас держите новое открытие. Вот этот самый виноград, который произрастает в Бургундии, очень сильно заинтересовал ученых все того же швейцарского университета, которые создали Malus Domestica. Сорт этот называется Gamay Tertunier Freo, произрастает он в Бургундии и имеет огромное количество полифенольных соединений, которые защищают сам этот виноград от ультрафиолетового излучения. Ну и, как уже было доказано, это не только можно использовать сверху на кожу, создавая крема всевозможные, но при использовании внутрь у нас также повышается сопротивляемость. Один участок кожи ничем не обрабатывался, и второй участок кожи обрабатывался вот этими стволовыми клетками винограда. На эти два отрезка были воздействия ультрафиолетовым светом. И по результатам было выявлено, что та кожа, которая не была защищена стволовыми клетками винограда, ну, там была гибель стволовых клеток, на 58% были утрачены жизнеспособные силы кожи. И во втором случае стволовые клетки кожи были полностью все сохранены, кожа была защищена. По этой причине были разработаны различные косметические средства, крема, лосьоны. И долгое время были только вот такие средства. Но в дальнейшем при подтверждении действия этих полифенолов в приеме внутрь были выпущены такие замечательные продукты и смеси, как Sunrise.